Более 300 тысяч приморцев с начала 2023 года приняли участие в мероприятиях экологической направленности. Всего на территории региона за этот период проведено 2500 природоохранных акций, уточнили в Краевом министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. Среди них субботники, флешмобы, конференции, тематические уроки, классные часы, мастер-классы и не только. Выявлены и самые активные в плане экологического воспитания муниципалитеты – Находка, Партизанск и Яковлевский округ. В этом году наибольшее количество участников привлекли акции по очистке побережья от мусора. Волонтеры привели в порядок около 300 километров береговой полосы водоемов. Растет и популярность раздельного сбора отходов. Все больше приморцев начинают утилизировать мусор правильно. Экопросвещению в регионе уделяют особое внимание. Главная задача – повысить экологическую культуру жителей края, привить бережное отношение к природе. Особенно это касается подрастающего поколения. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.